Golden Border, 16 мая. Еще очень много бутонов, но есть и раскрывшиеся маленькие цветочки. В этом году мельче цветок, потому что весна у нас очень засушливая, жаркая. Это только вот эти дни, пару дней прохладно. И розы отдыхают от жары. Красивый сорт. Роза обильная. Растет в 80-литровом кашпо. А рядом Синко де Майо только-только начала малышка распускаться. Я специально подобрала по цвету эти сорта. Рядом они красиво смотрятся. Там вот поодаль они Дюпрей раскрывается. Здесь медный свет раскроется еще рядом. Я думаю, будет красиво с Ани Дюпрей. И Янг Люсидес тоже красиво будет смотреться с желтыми розами. Там накрыла газеткой два саженца розы Миранда. Я пытаюсь их реанимировать. Надеюсь, они отойдут. Пришли они из Нью-Джерси. К сожалению, очень плохого качества были саженцы. Но не знаю. Посмотрим, как будет. Вот она, Golden Border. Красивый сорт. Одна из первых всегда раскрывается. В этом сезоне ее опередила Самаритан. Ну, она за ней, долго не думая, тоже раскрылась. Ну, а Самаритан тоже рядом. 80-литровом кашпо. Вернее, нет, это 70-литровое кашпо. Она у меня тут рядом с Lavender Eyes. Lavender Eyes жду раскрытия еще в одном кашпо. Просто усыпано бутонами. Здесь несколько саженцев. И они высажены еще из Heidi Klum. Здесь много красивых роз. Когда будут зацветать, обязательно покажу. Одна из них Fabulous, которая вот скоро раскроется. Необыкновенно красивый цвет. А здесь еще Mansted Wood. Тоже розочка. Из сиреневых рядом голубой шторм. Здесь специально поставила это кашпо Lavender Eyes с розой Керио. Желтая такая Керио. Красиво смотрится, когда при полном раскрытии они очень красиво. Вот собакин мой травку там грызет. А рядом с ним розочка Надя Мейдаланд. И полностью восстановилась роза. Сейчас вам покажу. Полька. Пока только побеги. Но уже с нуля, буквально с нуля, эта розочка восстановилась.
Здесь Blue for You. Рядом с Christopher Marlowe. Вот этот цветочек уже отцветает. Этот только вот зацвел. Посмотрите, какая красивая серединка у розы. И как красиво сочетаются с цветом розы Blue for You. И здесь вот они так соединились, эти две розочки. Тоже очень красиво. На Blue for You еще много бутонов. Еще только-только все начинается. Люблю этот цвет в саду. Транквилити вся в бутонах. Лоран Каброль. Впервые зацветет она. И у меня еще есть маленькая Лоран Каброль. Чуть подальше. Я думала, что моя роза Golden Celebration уже погибла. Срезала ее в ноль абсолютно. А она мне выдала, посмотрите, побеги полутораметровые. Их очень много. То есть роза полностью восстановилась. Вот эта роза. А я уже вместо нее здесь Лоран Каброль высаживала. Думала, пусть на замену. Ну вот, тоже впервые зацветет. Цветет Blue Light Clematis. Смотрите, какая лилия высокая. Почти с меня ростом. Где-то 1,65 м, я 1,70 м. Ну вот, смотрите. Лилия. Ну, ждем. Ждем Lavender Rays. А тут Анри Дель Бар. Если пройти чуть дальше, то здесь у меня Леди Гарденер Остинка. Очень много бутонов у Леди Гарденер. А рядом Порт Санлайт молоденькая. А здесь Минерва. Эти розы в кашпо. Рядом с ними в грунте, в открытом грунте, Лагуна. Смотрите, как она будет цвести. Вся в бутонах. Усыпана лагуночка. Под ней розочка Байландо. Манчестер Кэфедрал. Там Клематис распускается, доктор Руппель. Дама Джуди Денч. Джудзе Обскур. Ой, какой он ароматный. Много бутонов. Они в 80-литровых кашпо, эти розы. Здесь Чайна Гёрл. Она у меня рядом с Минервой. Здесь желтенькая жена поэта Остинка. Она у меня рядом с Дездемоной, тоже Остинкой. И вот здесь тоже Остинка, Манстед Вуд. Манстед Вуд. Черри Бренди собирается цвести. В
лук высаживала осенью. Гигант огромный. Ой, какой цвет красивый у этого лука. Зацветает версайни. Фальстав готовится к цветению. Он у меня рядом с клематисом Gravity Beauty. Такой, как колокольчиками он. А вот здесь розочка Юстасиевой. В том году ее прям задавила принцесса Анна. Я убрала ее из этого кашпо, оставила Юстасиевой. Вот она, пожалуйста, отлично себя чувствует. Набираю воду, чтобы потом проливать розы в кашпо. Такой вечерний садик. У нас прохладненько, пасмурно. Так приятно, когда нет изнуряющей жары. Высадила клематис тайга. К сожалению, у меня клематис тайга не пережил эту зиму, но мне нравится этот сорт, и я еще один заказала. Это один из цветников. Друзья, вы на канале Садовая Терапия с Ириной. Сегодня 16 мая 2024 года. Прогулка по саду, небольшой обзор. Когда розы начнут зацветать, я хочу сделать серию видео и показать вам цветники моего сада в разных частях. Надеюсь, погода нам позволит и все будет хорошо. Пока вот снимаю то одно, то другое. Каждый день что-то вам показываю. Да и самой очень приятно пройтись. В садике уютно. Что, друзья, всего вам доброго. Спасибо за внимание. И до новых встреч.